По информации пресс-службы Следственного комитета, по предварительным данным, пострадавший отравился парами химического вещества. По данному факту Котласским межрайонным следственным отделом проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. В ходе осмотра с места происшествия изъята бутылка с остатками алкоголя, аэрозольный баллон, две пачки сигарет. Бригаду скорой медицинской помощи вызвал прохожий, который обнаружил мальчика, не подающего признаков жизни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.